Ну что, ты все запомнил? Сможешь повторить весь план? Да, мне все понятно. Они сегодня ночью поедут по этой дороге. Направляются они в мотель для того, чтобы переночевать. Я начну за ними ехать только после того, когда они скроются из вида. На территорию мотеля я заеду тогда, когда они будут находиться у себя в комнате. Моя задача – не выпустить их оттуда и поймать в ловушку. Кстати, а что по поводу того охранника, который там каждую ночь находится? По поводу охранника? Не переживай. Я с ним уже расправился. Главное, чтобы они только за здание не заглянули. Они-то любопытные, и тогда у нас все пройдет максимально гладко. Главное, чтобы они не успели в машину вернуться и уехать. Я на тебя надеюсь. Не переживай, у меня все получится. Не таких, как они, разламывал. Так, еще совсем немножечко осталось, и мы с вами уже на месте будем. Вы там не устали? Я вообще уже... Да, спать хочу. Так вообще. Я, честно говоря, тоже очень устал. У нас еще бензин заканчивается постепенно. Да. Слушай, а заправку, давайте заправку тогда поищем. Посмотрите по О, карте. О, смотрите. Там это спирт-детачка. Может быть, у него бензин есть у этого человека? Давайте попросим. Что, совсем мало, да? Пойдемте остановим. О, кстати, подождите, мы тоже поздороваться совсем забыли. Прием, друзья, на связи Шедимен, конечно же, Леди Леска. Всем привет. Нубик-кубик. Привет, друзья. И прямо сейчас, друзья, мы направляемся в сторону мотеля, потому что мы сегодня просто круто провели время, мы были на пикнике, вот, и сейчас направляемся туда для того, чтобы немного переночевать, потом отправимся, получается, домой, вот, как-то так. Так, а что это такое? Почему ты Слушай, а что-то... Может, фары выключить, Шедим, потому что свет светит? Ну, давайте выключим, а то... Слушайте, а там есть кто-то или нет вообще? Так, ну пошли посмотрим. А может в кабине бывает же спят водители, если на ночь останавливаются? Так, аварийка включена, едут. Почему-то реально. Скорее всего, человек спит. Или может быть отошел там, мало ли. Кстати, там, а фары-то горят? В смысле, куда он отошел? Ну я не знаю, может вот пошел куда-нибудь. Его вообще там нету в кабине. Странно вообще. Эй, помощь нужна? Нет, кто-нибудь тут есть? Нам бензин нужен. Эй, можете помочь? Нету. Алло. Совсем пусто. И автомобиль какой-то больно старый, я вам скажу. Очень, он очень ржавый какой-то. Ладно, поехали, ребят. Да. Ну, там точно никого нет. Как будто бы он в воде, не знаю, сколько дней. Пролежал реально, под водой, как будто, да? Знаете, автомобиль утопец. Он просто, его когда-то утопили, потом из-под воды достали, и вот так он остался. Или он, знаете, или он под дождем целый год стоял, дождик лил бесконечно, и все. Да нет. О, согласен. Ой, ребят, погодите. А что дверь открыта? Она закрыта дверь? Была, да? Нет. Да, закрыто было. А как дверь открылась? Странно. Но слушай, зато мы сами видим ветра. То, что там точно никого нет. Нет, а может быть из-за того, что машина сама по себе старая, такое может произойти. Я тоже об этом подумал, наверное, потому что мне кажется, то, что там уже ничего не держится просто. Возможно, кстати, возможно. Так что, ну, когда я думаю, то, что... Да. Просто она уже так. Ослабела вся и все такое. Все, его отсюда уже не видно. О, смотрите, Ой, вон там что-то начинается. Вижу, табличка. Так, что так. Тут? Да, это оно. О, так, да, ребят, какой мы с вами там номер бронировали? 214 номер у нас. 214, все, нет, окей. Не 314. Не, 200, нет, 200, по-моему. 300, этаже, тут 300 номеров, по-моему, особо и нет. А так, давайте этаж, мы сами... давайте где-нибудь вот здесь, наверное, припаркуемся. Так, сейчас слушай, я задом стану. Почему да, вообще ни одной машины тут нет? В смысле, вон там машины немного есть, но они, короче... Не знаю, может так, быть, слушайте, просто а нам интересно, толком в какую людей часть, нет. Какой корпус, влево или вправо? Так, сейчас, не знаю, на ресепшн зайдем и спросим все. Так, пойдемте. Так, выходим. О. Да что ж такое-то? Так, сейчас я поворотник только выключу, а то так оставлять всё. Не хочется. Так, что, на сигналку всё. Ставь, наверное, закрывай там на ключ все. Да, все, сейчас закрываю. Да что ж ты делать-то будешь? Видите, посмотрим. Так, всё. Здесь какие... Так, так склад номер. Какой-то. Так. Слушайте, у них тут заправки нет, что ли? Я что-то не понял. О, ресепшн. Наверное, в отеле нет все-таки. Здесь типа чемоданы всякие, что ли, складывают? Так, пойдемте. Багажный отдел. Так. Эй, люди! Есть? Тут а где вообще все? Кто-то есть? Слушайте, мы так поздно приехали, может, они уже все спят, хотя обычно да встречаются, нет, да, нет, они гостей? Же 24 часа отель, такие подобные работы. Погодите, так-то эй, да. Тук-тук-тук, тут кто-нибудь нет. Есть? Есть тут кто? Что это было? Ребят, вы ничего не слышали? Что было, но не так. Как будто бы, знаете, такой звук такой... Вот так, скрип? Что-то. Скрип? Типа скрип? Ну, может, нет, еще машины подъезжают? Есть? Так, ладно. Это, надеюсь, то, что... Так, в туалете тоже никого нет. Так, подождите. Так, давайте ничего тогда... не понимаю. Пошлите в... Я не знаю. Что происходит? А где ключи-то мы могут берем вашу еду, слышите? Мы холодильник у вас открываем.
Так, вам еда нужна, кстати? А то у меня один хлебушек остался всего. Слушай, так. Что, так можно, что ли, брать? Тут, ну, я не знаю, как это спровоцировать надо, потому что я не знаю, как-то очень странно все. Да нет, тут просто, в принципе, охранника нету даже. Холодильники открыты. Так, подождите, хорошо, если... Как мы могли бы что-то взять покушать? Ребят, ну, может, отошел человек, всякое бывает. Куда-то в номер вызвали, ключи где-то у нас. Мы можем взять? Короче, пойдемте пока что искать, наверное, номер. Так, пойдемте посмотрим. Чтобы остальные в номер прошли, должны быть специальные люди. Второй. Так, смотри, это да, это понятно. 201. Так, погодите. Это двойка, может быть, этаж, это где-то вон там. Смотрите, там 201 идет, может быть, 214 где-то. Хотя 14, по-моему, здесь вряд ли будет. Смотрите. Так, не знаю, я не вижу. 207. Состояния. Погодите, они по кругу 207. Идут? 108. Да, они по кругу. А, это наоборот с той стороны. Смотрите, это с противоположной. Да. Это вон там. Да, да, да. Так, а где там, как подниматься на второй этаж? Так, где-то. Вот она, лестница здесь. Пойдемте. Так. Слушайте, очень я странно уже все. Спать хочу. Я тоже. Нубик, у тебя еще ветер какой-то дует постоянно. Так. Так, 214. Ну что, как? Открыт номер, что ли, слушай? Да. Открыт. Ну давайте переночуем тогда, с утра просто уже. В принципе, ну, можно. Ну давайте, потому что я реально прям вообще спать-то хочу. Я положу свою сумочку и. Так. Так. Слушайте, а тут даже кухни нет, а? Тут, то есть, не согреть, а там ничего что, вообще там никак. Ванная, тут у нас туалет, видимо. А, я думала, это двухкомнатный, слушай, а мы не двухкомнатный бронировали, по-моему, номер не совсем тот, да, который мы просили. Должна быть кухня. Странно, ну, это мотель, как бы, что тут такого плана? Так, ну давайте подождите, стоп. У меня такой вопрос, как мы спать будем втроем? Я не знаю, вот давайте постелим вот прямо на ковре, тогда будет кто-то спать. Кстати, кто-то да, походу вот придется на ковре. Так, надеюсь, то, что ночью к нам никто сюда не зайдет вообще. Так, у меня, по-моему, с собой что-то было в рюкзаке, я сейчас постелю, у меня там какое-то одеяло было. Хорошо, что хотя бы шторки повесили на самом деле. Да. Слушайте, это очень подозрительно. Так, ну чё, так, слушай, я не знаю, может еще раз на ресепшн посмотреть, всё-таки кто-нибудь придёт? Ребята, ребята, ребят, посмотрите туда. О, вот, ну всё, ещё человек, он... Ну там человек что, как, вернулся, Нубик, скорее всего. Грузовик едет, идите сюда в номер, зайдите. Так. Или у него спросим. Я не знаю, ну там кто водитель, подожди сейчас. Ребят, там нет водителя. В смысле? Там нет водителя. Чеди, ты шутишь, что ли? Нет, не шучу, Нубик, ты только так громко не дыши, ладно, мне прям уши закладывает от того дыхания. Что он делает? Ой! Тихо, ребята. Ребята, зайдите в номер. Срочно в номер зайдите. Подожди, ты уверен, что там нет водителя? Да что, помните? Вы помните? Что ржавый Жигуль на заброшенной свалке автомобилей. Что? А потом КамАЗ, который начал там носиться. Да, кстати. Ты что думаешь, это он, что ли? КамАЗ из-за того, что не смог поймать. Смотрите, он двигается. Приехал за нами. Ребята, у него двери открываются, это реально какой-то КамАЗ убить. Что? Он приехал за нами точно. Ребята, я все понял. Он реально, походу, ждал кабина. Именно нас, вы понимаете? Я ничего не... Хотя вот я ничего не понимаю. Так, подождите, что делать-то будем тогда? Так, я не знаю. Да, слушайте, а давайте мы как-нибудь сзади просто... А, у нас машина там, мы машину не должны. Так, ребят, давайте, знаете что, пойдемте все-таки еще раз сходим на ресепшн, посмотрим, да, что там. Давайте. Если там снова никого не окажется, то я даже не знаю. Так, только тихо, давайте. Да, потише, потише. Так, у нас получится как-то... А давайте отсюда. Лежа, вот так прокрадывайтесь. Слушайте, если вот бы не машина, прям. Я бы просто сейчас вот через этот лес убежала и все, потому что он реально сейчас на нас поедет и раздавит нас. Так, все, не торопимся, по-тихому, давайте сюда. Мне правда очень страшно. Так. Так, здесь есть какой-то аварийный вход, не знаю. Я не знаю, но нас отсюда он не едет. Он не едет там? Нет, он не едет. Точно? Да, не едет. Стоит так, на давайте, месте. За мной, так, побежали. Так, погнали. Опа, заходите. Заходите, Леска, ты где? Я здесь. Слушай, тихо, стоим, все, стоим. Ой, нет. Он поехал, ребят, он поехал. А вдруг тихо. Задали? В окна не смотрите, Я сбоку стою, я не смотрю. Стойте, в угол. Тихо, он не узнает. Он ищет нас, смотри. Прям сюда подъехал, смотри к окнам. Он не может что-то сделать с этим зданием. Проехал мимо. Жесть, я не могу, у меня прям мурашки по коже. Знаете, как мне страшно? А нет, он в поворот не может. Это просто... Он уезжает? Может, он уезжает уже? Он увидел, что нас нет, уезжает. Это очень страшно, когда так, машина... Ребята, ищите что-нибудь. Ребята, ищите что-нибудь где-нибудь. Вообще, не знаю, в холодильнике, так. Под холодильником, хоть что-то шар. Где-то. Так, здесь происходит какая-то чертовщина. Что мы можем найти? А тут... Смотри, я нашел книжку какую-то. Что это такое? Записка для охранника. Подожди. Нубик, что-то мы куда-то с тобой залезли. Так, ребят, я читаю. Давай. Стэн. Тебе оборудовали новую комнату для охраны. Так. Теперь там есть кухня, свой туалет и душ. Карточку с доступом закинул в почтовый ящик.
Так. Почтовый ящик. Так, подожди, почтовый на улице ящик. Почтовый ящик. Где ты здесь? Он есть едет, комната охраны. Нубик, отходи, уедет. А? Нет, смотри, что он все-таки нас ищет. Отходите, ребят, отходите аккуратнее. Я отошла, Нубик, он прям... Он прям в окна! Что? Он... Ты знаешь, у меня такое ощущение... Тихо! Тихо-тихо-тихо, ребят, отходите куда-нибудь. Вы знаете, мне кажется, как будто он просто вот фарами как глазами выискивает, прям смотрит, заглядывает в окна. Тихо-тихо, мы с вами отсюда даже никак выйти не можем. Нубик, не стой возле двери, тебя же видно там. Так, где он? Я не вижу его. Сейчас он проедет. Ребят, я увидел, вон, видите, справа, дверь железная, это комната охраны по-любому, 114. Ага, всё поняла, я, кстати, вначале обратила внимание. Я думала, что это все на меня открываются. Пока что он уехал, ребят, выйти за мной. Давайте, Нубик, давайте. Погнали. Эй, кто-нибудь, охранник, Стэн, ящик, слышите? Сзади. Мы за... Что? Почтовый ящик, ты сказал. Погоди, та карточка здесь, значит, он ее не брал, что ли, ни разу? Ладно, пофигу, заходите внутрь. Быстрее. Он едет на вторую комнату, на третью. Все, тихо, спокойно. Ребят, вы так, понимаете, что происходит? Я понимаю, что какое-то происходит... Ой, осторожно, он сюда приходит. Нет, вы поняли, что произошло? Ну, здесь человек. Должен ожидать наш человек на ресепшене. Но его нет. Он оставил записку для охранника. Охранник, в свою очередь, даже не забрал эту карточку. Охранника то есть охранник давно... непонятно где вообще. Охранника нет. Так, что делать будем? Так, надо так ищите что-нибудь где-нибудь, я не знаю. Так, там дверь какая-то. Пожалуйста, хоть что-нибудь. Так, пусто здесь, пусто тоже. Ребят, тут ничего нет вообще. Что это? Сейчас, подожди. Это что? Где? А, это вентиляция же. Там что? Шеди! Чего? Что человек лежит? В смысле да, человек? Ладно, давай быстрее, я тоже хочу... А, леска! Это Стэн, походу, тот самый охранник, ничего то что. Ничего себе, слушай, а что с ним сделали-то? Эй, Стэн, просыпайся, слышишь? Смотри, он же... Так, он живой, уже хорошо, все в порядке, по-моему. Ребят, грузовик до сих пор там носится, что делать? Да. А вдруг так, он объедет? Слушайте, надо его перетаскивать, надо его куда-то перетаскивать в комнату и... Не-не-не, подождите, мы пока что это делать не можем. Его надо остановить, так нельзя. Там, мы короче, должны его остановить и быстро. Там напротив здания, где ресепшн, находятся сундуки. Так, я предлагаю все эти сундуки, короче, проверить. Так, давай, ладно, попробуем. Может, мы что-то отдельное найдем. Смотри, он сейчас пытается... Все, он уезжает опять на новый разворот, давайте. Так, сейчас, подожди. Так, ребят, нам потребуется время, чтобы все это... Все, давайте быстрее. Так. Главное, чтобы только сюда сейчас не ехал. Давайте быстро все обыскивайте. Так, берите все, что есть. Редстоун много, так, факела. Колесо, не знаю, ножницы, динамит нашел, кстати. Я колеса. Ребята, прижмитесь, ложитесь. Лечь. Легла. Нубик, ложись. Уезжает, по-моему, да? Ой. Так, вроде да. О-о-о, тихо, ребята, спокойно. Так, сейчас не уезжает, получается. Лежим, не двигайтесь. Пофигу, да, ждем. Лежим. Слушайте, что-то мне кажется, плохо это кончится, все. Так, все, можно, да, по-моему? Давайте, обыскивайте. Так, рычаги, пофигу, побольше возьму. Роут-блоки какие-то. Так, ребят, инструменты у меня, где я стою, берите. Инструменты, взял, все забрал, все, потом отдам. Потом отдам. Так, здесь нет. Будьте аккуратнее, он скоро должен здесь. Все, валим, давайте, за ресепшн, да, успеваем. Тихо, я здесь стою, ребят, все, тихо, стойте, прижмитесь. Ребята, я не шевелитесь. Я ушла. Пожалуйста, не шевелитесь, только давайте я отсюда пролезу как-нибудь. Помогите кто-нибудь, ой, пожалуйста. Ой, он сюда прям смотрит. Тихо, все, лежим здесь, за кустами. Не выглядываем пока, подожди. Это что страшно. Происходит, вашу дивизию? У меня сердце так колотится сейчас, вы не представляете. Слушайте, откуда он знал? Он просто стоял и ждал нас. Нубик, забери колеса. Он нас ждал, он знал, что мы поедем там, где мы ехали. Вы что там? Так, ребят, идите сюда. Так, Стэн в порядке? Все, нормально. Слушайте, я прям не могу уже. Так, во-первых, леска, это тебе. Так, что там такое? Это вот сюда. Нубик, это тебе. Вот таким образом, это получается мне. Так, смотрите, кстати, что подожди, у меня есть. У тебя инструмента нет, получается? У меня есть. У меня есть динамит, у меня есть роут-блоки. Сюда идите за здание. Да. Динамит, роут-блоки, ножницы... И инструменты у вас что? Редстоун у меня есть, на, держи, я не знаю, тебе дам. А, и у меня повторители есть. Ребят, знаете, что сделаем? Короче, справа от ресепшена, где выезд с мотеля, мы с вами сейчас сделаем подземный подкоп. Я с помощью повторителей притяну цепь Редстоуна, и мы с вами на расстоянии сдетонируем динамит. А чтобы этот КамАЗ остановился, мы роут-блоки поставим, и он типа не поймет, откуда они появились. Так, подожди, у меня сразу вопрос. Он же ездит, что мы делать-то будем, мы не успеем. Мы яму, мы же под землей будем копать. А, хорошо. А, все, да, а факела есть у кого-нибудь? Есть, давайте сейчас я всем по чуть-чуть выдам. Давай. Раз.
Нубик, тоже держи. Все, пойдемте. Ой, возьмешь? Там. Тихо, он там, он там. Так, Нубик факела не взял, вот смотри, вот здесь. Так, я перебегаю. Так, ты перебег... Ты где? Ты... А, я поняла, вижу. Так. Я здесь. Нубик, не настолько очевидно, пожалуйста. Так. Он что-то замер. Так, сейчас ждем, ждем, ждем. Мне это не нравится. Слушайте, у меня такое ощущение, что он просто пытается все глубже, глубже куда-то заглянуть везде, прям за повороты, везде, за углы. Да, 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 согласен. Слушай, я не думаю ничего сюда, хорошего. Иди сюда. Так. Так, давайте успеваем, он пока спину едет. Так. Так. Нубик, уйди, опа, пожалуйста. Че ты прям передо мной встал? Иди за. Давай, ты за Шеди, я с тобой иду. Свет ставьте, свет за мной ставьте, прям. Понял, понял. Где-то понял. По. А, не-не-не. Надо в два блока ширину копать. Так, он сейчас в дальнем углу, он разворачивается. Слышите? Да, в два копаю. Со мной давай. Копайте кто-нибудь рядом я сбоку. Копаю, я копаю, давай. Давайте, да, давайте, справа копайте. Копаю. Нубик, ты пошел. Освещение не вижу, освещение не вижу. Темно, тогда очень темно. Кто освещение ставит? Ставлю, ставлю. Так, вперед, вперед, давайте еще немного. Так. Он прям над нами где-то. Капец, если сейчас он, представляешь, провалится. А у него нет никакой... Что ж такое-то? Ладно, сам поставлю. Слушай, а если он пробурит и все? Не-не-не, все нормально будет. Все, я надеюсь, что все будет нормально, потому что иначе у нас с вами просто другого плана вообще никакого нет. Так, теперь смотрите. Теперь смотрите. Мы с вами здесь делаем отверстие. Два. Факелов достаточно. Все. Сюда он не упадет. Так, смотрите, что мы делаем дальше. Так, Нубик, отойди. Смотрите. Мы кладем сюда, получается, динамит. Так. Раз, два, три, четыре. Так, и кладем редстоун цепь. Так, смотрите, отходите назад. Давай. Раз. Только рычаг не ставьте, слышите? Вообще я ни в коем вообще... случае. У меня даже нет его. Так, раз, так, два, а тут три, четыре, лава? Пять. Где? В смысле, уберите ее, заставьте чем-нибудь. Так, вот так. Так, все. Так, смотрите. Повторитель. Раз, два, три, четыре, пять. Так, факел так, отсюда убираем. Пять. Так, и еще повторитель. Пять и повторитель. Раз, так, я пока два, погляну тихонечко, посмотрю. Три. Смотрите. Ой, он здесь прям... Внимание! Я ставлю рычаг. На рычаг никто не нажимает, иначе план не получится. Хорошо. Понятно? Да-да-да. Итак, я сейчас... Тихо. Нажмете по моей команде. Он я уехал. Сейчас скажу, когда. Он туда уехал, вперед. Все, я ставлю эти ротблоки, когда он остановится. Я это со второго этажа, либо где-нибудь посмотрю. Я вам дам команду. Мы активируем, да, с Нубиком тогда рычаг? Да-да-да-да, я всё, вам понятно. Скажу просто, когда. Хорошо. Все, мы всё, тихо. Готовы. Ждите. Ждите, ждите. Ждите. Так. Так, пока нет, пока нет, я, пока нет. Я... Так, я вижу, он возле нас сейчас разворот делает. Так, едет, 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 едет. Так. Так, 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 так. Он должен так увидеть. Давайте, блоки, давайте, должен... давайте, 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 ребят. Актив, актив. Не сможет, Нубик, не сможет. Активируем. Активируйте. Активируйте. Активировали. И что? Давай. Да, есть, получилось. Все, получилось. Оббегаем сзади него. Он пока что оглушен, так, я не знаю, что с ним, оглушенный. Но мне кажется, он пока что не оклемается точно. Так. Давайте, давайте, за мной, ребят, 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 это наш шанс. Это наш шанс. Так, давай, 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 давай. Заходите. Подождите, так, подождите, садись. Там дверь еще долго открываю, уйди, подожди. Садись, садись, так, садись, садись. Так, я выхожу. Просто... Так, все, едем, сваливаем. Подожди. Отсюда. Дверь сваливаем. Закрыла, да. Так, ну его уже. Нафиг, да пофигу на эти двери, реально, давайте побыстрее. Смотрите, кабины. Он дымиться начал. Ребята, да он дымиться начал. Все, мы, значит, его подорвали, все, он уже не сможет ехать в таком состоянии за нами. Все, сваливаем. Ура! Друзья, слушайте, на самом деле, вначале я практически вообще забыл поздороваться, потому что я не знаю, что происходит, это уже второй такой мертвый какой-то ржавый автомобиль, который за нами охотится. Я не знаю, что будет дальше, но эти автомобили преследуют нас просто повсюду. На связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения. Пишите ваши предположения, что происходит. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.